Так. Надо бы... Знаете, что я подумал? Я совсем забыл про свое правило. Нужно... вот эти аптечки, их нужно переместить. Во, и на всякий случай теперь их оставим. Можно даже... не будем. А я подумал, можно... детонатор... приобрести 8000. Ну, в принципе, я не знаю, зачем. Ну, и импульсная у нас есть. Дротикомет. Плазменный. Так, хорошо. Все, да, больше ничего. Ага. А, ну, вот эти еще нельзя их купить. А, хотя нет, смотрите, можно. Снайперскую-то. А, вот это нельзя. Силовой пистолет. Ага. Ну, так. Вот эти не забыть бы. Блин, продать вот это охота. Выбрать. Хорошо. Спасибо тебе. Магазин. Один из самых лучших друзей в этой игре. Ну, еще верстак. И сейф. Который никогда тебе не предадут. Так, кто там? Покурить вышел. Закурился кто-то. Ёбар стоишь. Надо им руки сносить. Клешни верхние. Потому что... Офигеть. Знаете почему? А потому что без верхних лап они ни хрена не могут. Так, ну тут в той серии были детишки. Кто тут расперделся? Ну-ка. Че такое вообще? Голова, что ли? Почему я подобрать не мог? Ага. Фу, блин, вот урод. Ах, не успел. А вон еще. Живой, что ли? Офигеть, а че это он живой? Офигеть, хорошо. У меня вот для тебя сюрприз есть. Хотя нафига, он нам не нужен особо. Мы мимо него не пойдем. Во. Сдох, нет? Вроде да. О, силовой, да? Да, ну я его знаю, он фиолетовым светится. Блин, тут опасные эти чуваки. И этот блюет, офигеть. О! Я же говорил, что тут мясо будет, потому что мы в одной из серий, где детишек мочили, помните? Здесь бывали уже. На всякий случай. Еще разочек. Да ёп. Ну, он нам не мешает, но... Не успел. Ладно, где тут еще? Вон тот. Сейчас мы вот таким вот образом. Я не понимаю, он собирается дохнуть? Еще где-то. Так. Сука, какого? Офигеть! Я даже не слышал. Я думал, это эти перделки очнулись. Мину дали. Может, это намек на то, что нам нужно пушечку сменить? Блин, а у нас по оружию-то все шикарно. Это так, на крайний случай. Так, вот тут еще один. А, ну все. Все, больше никого здесь нет, да? Ну да, я бы слышал. Награды какие-то. Все. Идем дальше. Ага. Welcome.
Welcome, добро пожаловать. Это все знают. Ой, блин. Малая птичка. Нахрена нам? Можно было один стазис еще. Блин, ну аптечки... Так, ну вот это нам не надо, штукенция. Так, что берем аптечку. Интересно, мы использовать сможем? Не, никак. Ну хорошо, погнали дальше. Так, закрыто. Хорошо, что это за книжечка? Ну-ка. Kids, детский, что-то тут. Ну, может быть, типа... Книга для развития ребенка, хрен знает. Так, что там у них? Блин. Фу, какой он уродливый. Да. Хорошо, погнали дальше. Это наш новый враг, который нам... Так, интересная штука. Здорово, мячик даже можно поиграть. Okay, 15 минут до перерыва. Так. Так. Тише, друзья спят. Ага, круто. Детишки, вы где? Здорово. Ой, понеслось, понеслось. Уйди! Уйди, противный. О! Ну-ка. Сдох. Вот это экономия патрон называется. Да ёб просто. Да где? Ребеночка забыли в этой... проводах. Закопался, наверное. Кстати, если мы стрельнем патрон, перезарядим, то у нас не вся обойма вылетит. А только то, что мы стрельнули. Из общего количества, я имею в виду. То есть, если я сейчас пальну, перезаряжу, то есть, то у меня не 15 патрон просто уйдут впустую. А именно тот, который... Тот, который я выстрелил. Так. Беги, беги, беги! Фу, вот... Давай, кученько, детишки. Ну-ка. Голову отрубаем. С них самое интересное, что ничего не дают. Так, не мешайся. Блин, стрёмно, сейчас выйду, он рванет там. А, ну это все. Блин, какого фига? Все. Родитель не оставляет своих детей без присмотра. А то они слишком... Время вставать. Или что там было написано? Ладно, не важно. Так. Тайм-аут. А, нет, подожди, тайм-аут. Перерыв, наверное. Тайм-аут. Да хрен узнает. Что одно и то же, просто дословно переводить. Не знаю. Так, ну. Почитать что-нибудь дадут нам? Что тут произошло с этими детьми? Там ничего. Мячики. Так, а нам куда? Нам сюда. Вот тут, по-моему, еще где-то двери открыты, нет? Классная обстановка. Прикольная, классная локация очень. Здоровый ученик, умный ученик. Что-то там. Так. Ну-ка. Что-то пишет. Отчет школьной медсестры. Ну да, кого же еще? Дети ведут себя слишком жестоко на игровой площадке. Вчера перед моим кабинетом... В буквальном смысле слова выстрелилась целая очередь детей синяками и ушибами. Некоторых из них пришлось даже отправить в лазарет. Может быть, это
консервативная точка зрения, но космические станции не лучшее место для воспитаний. Детям необходимо открытое пространство и свежий воздух. В противном случае они начинают сходить с ума и калашматить друг друга. Я считаю, что космос и семья понятия несовместимые. Кажется, я знаю, как теперь управляться в магазине. Нет, подожди. Управление. Е, выбрать таб. Так, ну ладно.